Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. И сегодня мы приехали в Никитский ботанический сад посмотреть на парад тюльпанов. Я знаю, что официальное открытие только 27 марта парада тюльпанов. В этом году он стартовал раньше. Мы сюда еще приедем и 27 марта тоже уже посмотрим на полностью цветущие клумбы с тюльпанами. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропускать видеоролики из крутейших мест Крыма. Так, ну а мы с вами начинаем. Я прошу вас поддержать, друзья, видеоролик своим большим пальцем вверх, написать свой комментарий. Что, погнали смотреть на первые тюльпаны в этом году. Вы знаете, Никитский ботанический сад – это то место, куда хочется возвращаться в любое время, в любой день, в любую погоду. Здесь всегда царит атмосфера прекрасного, потому что здесь, друзья, очень много различных растений. И вот в любое время года, даже зимой, когда бы вы ни приехали, здесь что-то будет цвести. Это я вам гарантирую. Так, ну вот, мы уже видим на клумбочках первые тюльпаны этого года. Сейчас отправимся на основную клумбу, друзья, покажу вам, как все там выглядит. Естественно, прогуляемся по самому саду и потом отправимся уже на набережную города Ялта, потому что там на набережной также расцвела магнолия. У нее очень такие красивые, пышные цветы. Ну, сегодня все увидите, друзья. Погодка, к сожалению, у нас испортилась. Вчера было солнечно, но ночью шел дождь. И такой приличный дождик. Но разве это нас когда-то останавливало? Нет. Ой-ой-ой, друзья, как я обожаю Никитский ботанический сад. Обязательно приезжайте на выходные сюда, если вы крымчане. Если вы уже в Крыму, то в любой день приезжайте. И просто насладитесь этой природой. Здесь вы потратите буквально, я уверен, целый день, чтобы обойти этот парк. И то, я уверен, что весь вы его не сможете обойти. Что-то нужно много времени, чтобы посидеть, понаслаждаться, полюбоваться. Так, друзья, вот они, первые тюльпанчики желтенькие у нас тут. Желтые тюльпаны, как там в песне поется. Так, ну и здесь также высажены цветы анютины глазки. Я сегодня еще, естественно, сделаю макросъемку под красивую музыку с тюльпанами. Но это уже будет на основной клумбе. Пойдемте в ту сторону. Знаете, что хорошего приезжать вне выходной день, а в будний? То, что здесь минимальное количество людей. Вот мы приехали, парк практически, друзья, пустой. Никто вам не будет мешать делать фоточки. И спокойно можно здесь гулять. Я уверен, что на выходные здесь будет достаточно большое количество человек. Так. Красота. Что можно сказать за сад? Красота. Как всегда, все ухожено. Все кустики подстрижены, выглядит прям супер. Смотришь, и глаз радуется. Здесь на территории есть кафешка, где можно перекусить, если вдруг голодные. Так, ну, пойдем. Друзья, сразу пойдем на клумбу, либо по парку сначала погуляем. Давайте сразу клумбу, покажу вам красоту, и потом другую красоту, но уже будем гулять по парку. Посмотрите, какая здесь огромная пышная сосна стоит. В прошлом году отмечалось сколько? 210 лет Никитскому ботаническому саду. В этом году уже 211 будет. И за это время они создали, ну, прекраснейшее место, друзья, с кучей редких деревьев, растений. Собрали все это в одном месте. И мы теперь можем сюда приезжать, любоваться всем этим, всей этой природой. Так, ну сначала по традиции зайдем на второй этаж, а с него уже посмотрим вид на главную клумбу сада. Видите, вон в горах тучки, там скорее всего дождь даже идет. А дождик нам совсем не нужен. Здесь такая сцена. Тоже в таком стиле выполнена, интересном. Ну, кстати, я
хочу попасть на какое-то мероприятие, которое будет здесь проводиться. Видите, оно что-то так сделано акустически. Акустика, наверное, хорошая здесь. Ой-ой-ой, друзья, я уже вижу, там тюльпанчики расцвели. Почти все. Не зря мы сегодня приехали сюда. Ну вот главное здание, здесь располагается администрация сада. Так, поднимаемся на второй этаж. Там-та-дам, та-дам. Сейчас у нас откроется вид, друзья, на эту клумбу. Вы готовы? 3, 2, 1. Там-та-дам. Вон они, тюльпанчики. Ну, друзья, конечно, еще не все расцвели. Нужны солнечные дни. Ну, как раз 27-го уже будет полностью все цветное. Но сейчас некоторые вот клумбы тоже порасцветали. Я сейчас все это в макро сниму, так красиво сделаю клип вам. На фоне, вдалеке, если посмотреть, город Ялта. Набережная отсюда видна. Красота. Посмотрите, людей вообще мало. Но 27-го, я думаю, здесь не протолкнуться будет нам. Будет очень и очень их много. Но ничего страшного. Все, пойдемте к тюльпанам. Скорее к тюльпанчикам. Мне интересно, персики уже расцвели или нет? Это ж скоро персиковые сады начнут еще цвести. Нам придется ехать в Бахчисарай, в Старый Крым, чтобы их снять. Также земляничное дерево, либо, как его еще называют, бесстыдница. Потому что якобы оно, видите, растет как будто без коры. На самом деле здесь очень тонкая кора, как у листа бумаги. Такая толщина. Вы однажды видели, как это дерево сбрасывает кору? Это по осени, насколько я помню, происходит. Или по весне, либо летом. Не вспомнить, когда я этот ролик снимал. Так, ну, пойдемте. Так, друзья, очень важная новость. Сейчас вам ее... Ладно, потом вам ее расскажу. Нет, давайте сейчас в начале видеоролика, потому что такую новость нельзя пропускать. Одну секундочку, сейчас я быстро вам прочитаю ее. Так, друзья. Так, слушаем внимательно. В конце марта в рамках всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края» будет определен топ самых впечатляющих мест на территории России. И Никитский ботанический сад – единственный крымский объект, который попал в финальную часть конкурса. Поэтому я вас очень всех прошу пройти по ссылочке в описании под роликом и отдать свой голос за Никитский ботанический сад. Ну, действительно, он достоин победы в этом конкурсе. Поэтому все зрители, которые посмотрят, давайте сделаем подарок саду и проголосуем за него. Я уже свой голос отдал. Надеюсь, вы тоже, друзья, проголосуете за Никитский ботанический сад. Так, ну видите, тюльпанчики по чуть-чуть уже расцветают. Некоторые клумбы прям совсем стоят пышные. Тут у нас клумба с белыми тюльпанами. Вот такая здесь красота. Ну, мы сейчас, естественно, обойдем все клумбы. Все вам сниму, все вам покажу, как всегда. Так, давайте начнем вот с самого начала, так сказать, и будем по кругу идти, по клумбе. Здесь такие розовые. Так, тюльпан сановый, Иванка. Уже фотографируется. Так, ладно, давайте не будем мешать фоткаться, обойдем. Ну,
Да, друзья, 27 марта мы сюда точно приедем, когда все вот эти вот плантации здесь зацветут. Такая красота будет. Вот они, красные какие-то, огненные. Как называются, сейчас глянем. Это тюльпан садовый Айком. Вот так он выглядит. Здесь один тюльпанчик среди всех прям выделяется. Смотрите. Как будто пламя огня. Ну, кстати, аромат такой приятный тюльпанов идет. Так, ну первые зацвели клумбы, которые расположены с южной стороны. Сейчас мы к ним выйдем. Тоже. Ну, друзья, тут все клумбы. Долго нам обходить придется. Вот какие-то интересные. Давайте на них посмотрим. Так, тюльпан садовый Смирнов. Они прям какие-то пушистые такие. Ну, очень красивые. Так, идемте на следующую. Вот здесь, видите, с этой части побольше тюльпанов, которые расцвели. Так, здесь название Jumbo Pink. Ну, пинк это розовый вроде бы цвет, насколько я знаю. Ой-ой-ой, как красиво. Так, ну давайте к следующим, которые первые в этом году уже расцвели. Это Баре Альта. Так, ну уже скоро все соцсети запестрят фотографиями из Никитского ботанического сада с тюльпанами. Вон какие-то новенькие. Слушайте, я их в прошлом году не видел, это точно. Сейчас к ним спустимся. Это какой-то новый вид тюльпанов, походу. Сейчас прочитаем, что на табличке написано. Потому что я их реально не припомню. Какие-то они с разноцветными лепестками. А здесь таблички нету, как так? Как нам узнать, что это? Так, эксперты. Я такие вижу в первый раз. В прошлом году точно таких не было. Я бы их прям запомнил. Что это за тюльпаны? Как называются? Я без понятия. Так, ну что, чат? А ну-ка напишите, что за тюльпаны это. Так, ну мы подходим к клумбе, где растут разные прям тюльпанчики. Так, Эллисон Брэд Лей. Это прям такой бордовый, насыщенный цвет у них. Так, тут такое интересное название, что я его и прочитать даже не смогу. Ну и самый, ну Кроун-то корона, корона династии, как переводится. Но нереально похоже, видите, на такую корону. Надеюсь, правильно вам перевел. Тоже я таких не помню в прошлом году. Возможно, и были, но реально не помню. Вот от них прям аромат такой стоит, слушайте. Какая же все-таки красота. Так, друзья, следующий вид. Marvel Parrot. Тут я уж перевода не знаю. Но тоже выглядит очень необычно. Посмотрите на их лепестки. Как будто они такие помятые, что ли. Но выглядит прикольно очень. Thank you.
они ритуальные, даже не похожи. Так, Parrot Prince. Тут шмель уже летает, собирает пыльцу. Красиво, друзья. Так, ну давайте еще одну клумбу. Тут прям сейчас как раз сорнячок прорывают. Так, можно. Дай ведро. Спасибо. Нравится молодой? Да. Присоединяйтесь. Так, Beauty of White. Как белая красота. Но реально, вот эти белые прям красивые, такие нежные, друзья, цветочки у этих тюльпанов. Ну что, друзья, давайте теперь посмотрим небольшой клип под красивую классическую музыку с этими прекрасными тюльпанами. Парад тюльпанов все-таки. Thank you.
Ну что, друзья, хочется сказать огромное спасибо людям, которые каждый год нам дарят вот эту красоту. Спасибо большое работникам Никитского ботанического сада. Вот такой, друзья, парад тюльпанов. Первые тюльпаны в этом году. Я вам показал. Теперь приедем сюда 27 марта на официальное открытие парада. Ну, а сейчас прогуляемся немного по самому парку и отправимся в Ялту на набережную посмотреть, как цветет магнолия. Эх, друзья, какая же красота! Не хочется мне покидать этот парк, но действительно, вот место прекрасное. Здесь прекрасно абсолютно все. Сколько разных красот, сколько растений. Вот обязательно это место к посещению. В любое время года, когда бы вы ни приехали, Никитский ботанический сад, запомните, его нужно посетить. Так, ну а мы входим в розарий. Пока еще розы не расцвели, но здесь также, друзья, цветет магнолия. Она белого цвета. В Ялтино набережная, она розовая. Так, ну давайте посмотрим. Тут, конечно, клумбы тоже очень хорошо убрали, оформили. Посмотрите на эту красоту, друзья. И вот видите, вот здесь растут розы. Скоро тоже они расцветут. И мы приедем сюда любоваться цветущей розой. Эх, круто жить в Крыму, что я могу вам сказать. В любой день ты можешь проехать в любое место и просто ходить, наслаждаться природой. Так, ну пойдемте. Я вон уже увидел деревце, магнолию, которая цветет. Так вот она по газону там не пройти нам, к сожалению. Но я знаю, где еще одно дерево, которое прям рядом с тропинкой растет. К нему сейчас мы и отправимся. Так, друзья, ну естественно, здесь этот фонтан, в котором летом цветут то ли кувшинки, то ли лотосы. Сейчас, к сожалению, пока ничего здесь не цветет. Но все равно красивое место. Шикарно. Так, друзья, ну вот, видите, белое дерево. Это магнолия с белыми цветами. Вот жаль, что к ней близко прям не подойти, чтобы вам показать эти пышные цветы. Но давайте обойдем к другому дереву. Оно, скорее всего, тоже уже расцвело. Так, ну, пойдемте, друзья. Здесь такие тропинки среди деревьев. Все зелено. Огромные кипарисы. И не только кипарисы. Вот она. Секвойя. Еще по-другому называют мамонтово дерево, потому что ствол дерева похож на ногу мамонта. Вот такое ощущение, что мы в раю. Так, это фиалки цветут или что это? Смотрите, тут тоже ковер из фиалок из этих усеян. Так, ну мы идем до магнолии. Надеюсь, что она еще не отцвела полностью. И сейчас нас порадует своими цветами. Вот какое дерево здоровенное. Это тоже, друзья, похоже на секвою. Вечно зеленое растение. Так, здесь сделали какую-то тропинку. Я что-то не помню, я не ходил по этой тропинке. Видите, из таких пеньков она сделана. Прикольно. Так, ну вот листочки похожи на нарциссы. Ага, да, друзья, это нарциссы. Вот один уже расцвел. А вот это похоже на клен, но это не клен декоративный. Это что-то... А, это пионы. Какой клен, друзья? Это пионы. Вот они, бутончики. Тут же еще пионы цветут. Это скоро они тоже расцветут. Опять нам ехать на пионы. Так, я надеюсь, что к 27 марта вы расцветете все. Видите, деревья покрыты мхом. Так, я вообще правильно иду, потому что я вообще не помню вот этой тропинки. По пенькам нужно идти, по которой. Ну, вроде бы верно. Получается, по самой крайней идем. Какой здесь воздух? Так, начинается дождик, капельки уже падают с неба. Но главное, что тюльпаны я успел уже снять.
небольшой там получился клип с тюльпанами, но надеюсь, вам понравилось, друзья. Пока еще, видите, не вся клумба расцвела, поэтому 27-го мы сюда приезжаем. Приезжайте тоже 27-го, увидимся с вами, фоточек сделаем. Так, я помню, что вот где-то в этой части, в конце парка, получается, за каким-то там зданием растет вот эта магнолия, которой можно прям близко подойти к цветам. Или я не туда зашел? Ну ладно, сейчас, друзья, буду искать тропинку, как найду, покажу вам ее. Вот такие сосны тоже высоченные растут тут. Не могу пройти мимо этой кипарисовой аллеи с огромными высокими кипарисами. Конечно, природа здесь у них шикарная. Еще бамбуковая роща должна быть здесь рядышком. Так, друзья, вроде бы я уже рядом. Слышу шум реки. Там тоже такой небольшой каскадный водопадик есть возле этого дерева. И как раз мы рядом. Сейчас повернем налево. Ну, я рад, что сегодня сюда смог приехать и показать вам эти красоты. Так, все, налево поворачиваем и идем до магнолии. Но очень надеюсь, что она еще не отцвела. Смотрите, какие высокие, друзья, деревья в сравнении с человеком. Как многоэтажный дом. Это у нас секвойи. Так, ну вот, мы дошли до бамбуковой рощи. И здесь тоже нужно повернуть. Это та роща, которая при входе, потому что там еще есть одна при выходе роща, друзья, не путайте. Так, неужели это сакура тут цветет? Или слива? Что это? Цветы прям похожи на сакуру. Нет, это слива. Так, и, пожалуйста, дерево. Надеюсь, ты в цвету стоишь. Нет, друзья, я не вижу цветов. Не расцвела еще тут магнолия, к сожалению. Обычно, вот, друзья, вот эти деревья, они все цветут. Или она уже отцвела. Или еще нет. А нет, друзья, только-только набухают цветочки, вон они. Ну, как раз к 27-му, я думаю, мы здесь увидим эти цветы. Ладно, раз здесь магнолию нам не удалось нормально посмотреть, поэтому проходим вниз по парку и едем в Ялту смотреть уже на раскрывшиеся бутоны этого прекрасного растения. Обожаю бамбуковые рощи. Так прикольно, посмотрите. Целый бамбуковый лес тут. Так, ну, получается, мы вышли обратно к зданию администрации, сделали такой круг. Ну, а сейчас пойдем смотреть на парк. Вниз туда, где озерца есть, где беседка, в которой снималась сказка «Буратино». Ой, здесь тоже тюльпаны красиво так растут, клумбы. Ну, рай. Настоящий рай в Крыму. Вон там администрация. Так, ну, друзья, сейчас будем спускаться, там уже включусь тогда. Ну, все, погнали вниз. Тоже любоваться красотой. Смотрите, здесь сколько этих деревьев земляничных. Ну, действительно, как будто без коры дерево стоит. Как будто с него вот содрали кору только что. Необычное.
вот здесь такое безумное красивое местечко. Когда-то здесь была смотровая площадка с видом и на море, и на Ялту, но деревья уже за это время выросли, когда ее построили, и все, теперь вид здесь на деревья. И только через ветки немного проглядывается вон море и кусочек Ялты. Но все равно очень красиво. Так, ну пойдемте вниз. На территории Никитского ботанического сада, друзья, можно снять номер и жить прямо здесь. Мой подписчик Алексей Ивандышев здесь жил, кстати, прошлым летом. И им здесь безумно понравилось. Но я представляю, как здесь может понравиться, потому что ты живешь прямо в этом саду. С такой красотой. Каждое утро выходишь, любуешься. Так, пойдемте по ступенечкам вниз. Здесь такой древний дуб стоит. Огромный. А нет, какой дуб, говорю. Фисташка туполистная, кивовое дерево, листопадное дерево до 15 метров высотой с густой округлой кроной. Вот так. Возраст данного дерева более 1000 лет. Представляете, друзья, вот это дерево сколько всего повидало. 1000 лет ему. 1000 лет, вы только подумайте. Хотел бы я прожить, как это дерево. 1000 лет. Так, ну. Мы уже практически до беседки дошли. До пальмовой аллеи. Я не могу без пальмовой аллеи. Уж извините меня, друзья, если в Никитском ботаническом саду, то обязательно нужно посмотреть на пальмовую аллею. Вот такой красивый здесь спуск. Все чистенько, все ухожено. Красота, молодцы работники. Что держит парк в таком хорошем состоянии. Вот такой вид. И вон они, пальмы. Так, что-то не помню, где беседка находится эта? Или она дальше? Так, ну пойдемте в пальмарий. Так, друзья, вот они, пальмы. Тоже шикарное место, обожаю его. Но в этот сад мы будем возвращаться еще не один раз, я вам так скажу, за лето. Поэтому я успею вам надоесть. Ну что, красота. Пальмарий называется участок, на котором собрана коллекция растений и семейства пальмовые. Вот так. Вот вам и пальмарий. Здесь тоже, смотрите, сколько разновидностей их. Как будто мы где-то в тропики попали. Так, здесь такое озеро большое с рыбками. Вон они красные плавают. Вот здесь тоже пальмы шикарные. Ну правда, как будто тропики какие-то. А как им удалось все это вырастить, столько различных растений, которые из разных климатов, в одном климате у нас тут?
Это же очень-очень какая-то сложная работа должна была проделываться. Следить постоянно нужно за этими растениями. Представляете, сколько, друзья, тут вложено сил. Респект им. Так, ну, пойдемте спускаться вниз. Еще ниже. Ну, все. Идемте вниз. Что же, видите, красиво сделали. Водица бежит вниз. Как, друзья, ну? Эти деревья здоровенные платаны. Ялтина набережной такой же. Растет. Так, где? Где беседка? Ну что, не туда пришли, что ли? А, вот она. Я же испугался. Думал, беседку убрали эту. Беседка на месте, друзья. Давайте прям к ней подойдем. Вот она. И прям возле беседки уже пальмовая аллея начинается. Кто смотрел Буратино, вспоминайте вот это место. Я думаю, нет таких людей, которые не смотрели Буратино. Все мы в детстве смотрели эту сказку. Кактусы тут. Так, друзья, ну и пальмовая аллея. Давайте тоже по ней немного пройдемся, покажу вам ее со стороны. Смотрите, здесь растут самые высокие пальмы в Крыму. Красота какая! Я не перестану говорить эти слова, потому что, друзья, невозможно передать вам по видео вот эту всю красоту природы в этом месте, которое люди сотворили, вырастили все это. Это нужно, ну, прям глазами видеть. Сюда нужно вообще приезжать на целый день, чтобы вот так там посидел, посмотрел, там посмотрел. И просто целый день провести в этом саду. Думаю, однажды мы так с вами и сделаем. Приеду сюда буквально на целый день. Просто отдохнуть на природе вот здесь. Интересно, как они мегашторм пережили? Там же такой ураганный ветер был. Но пальмы все целые. Листья пожелтели, друзья, это они старую листву сейчас сбрасывать будут. И новая, свежая на этом месте вырастет. Вот отсюда вроде бы ракурс Буратино на эту беседку. Вот такой. Так, ну все, пойдемте с вами на выход уже. Еще пробковый дуб тоже посмотрим. И будем выходить. Здесь тоже шикарная бамбуковая роща. Это бананы растут. Но пока только листва появляется у них. Вот это тоже магнолия, но она цветет там очень что-то поздно, насколько я знаю. Которая с листьями. Есть без листьев магнолия, есть вечно зеленая. Так, а куда нам дальше? Так, и прям на выходе из Никитского ботанического сада, друзья, растет пробковый дуб. Он здесь не один, здесь прям много этих деревьев. Сейчас вам покажу их. Вот, друзья, вот это пробковый дуб. Почему пробковый? Потому что из его коры делают пробки для бутылок из-под вина, шампанского. Вот здесь этих деревьев очень много. Обычно в Крыму там один-два встречается, а здесь прям вот действительно целый лес, можно сказать, из этих деревьев. И они тут такие большие, такие фактурные. Ну, красивые. Представляете, если бы весь лес был из таких деревьев,
как бы это смотрелось ночью жутковато, когда ты идешь, тут такая кора страшная, здоровенная, такие ветви раскидистые. Нереально просто. Ну что, друзья, посмотрели с вами на парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Я предлагаю перемещаться в город Ялта на набережную. Не забудьте, что в описании под этим видеороликом ссылочка, где нужно проголосовать за Никитский ботанический сад, чтобы он выиграл, друзья, занял первое место. Очень-очень вас прошу, давайте все сделаем это, потому что место действительно прекрасное, достойное, но этого заслуживает. Так, ну а мы перемещаемся в Ялту. Ну что, мы переместились в Ялту, пойдемте прогуляемся по набережной, посмотрим на обстановку в Ялте сегодня. Начнем мы с этой площади, друзья, здесь отделение Сбербанка у нас в прошлом году открылось. Кстати, нужно карточку мне уже поменять, наверное, по времени. Ну, конечно, площадь сделали шикарно, здесь столько зелени высадили, много различных каких-то развлечений для детей, качельки, ну... Молодцы, друзья, мне очень нравится. Еще и фонтан сегодня работает. Вообще нам повезло, получается. Пойдемте в сторону набережной. Вот видите, какие зоны отдыха. Качельки, скамеечки, урны. Освещение здесь красивое. Ну, респект. Сделали достойно, что здесь сказать еще. Ну, я думаю, тут уже каждый набережный вам показывал. Точнее, вот эту площадь. Я ее тоже уже не один раз показывал. И перед открытием, и после уже открытия. Вот оно, здание городской администрации у нас здесь. Прямо. И вот он, фонтан. Давайте ближе к фонтану пойдем. Ночью фонтан очень красиво светится. Если интересно, можете найти на канале. У меня ночные съемки также есть. Я его снимал. Летом здесь купаются дети, бегают, резвятся по фонтану. Я думаю, как и во многих других городах. Тоже в фонтанах всегда купаются. Красота! Сделали такую комфортную зону. Теперь видите, сколько здесь много людей. Хотя сегодня не выходной день. Сегодня что у нас? Четверг. Или среда. А я сейчас гляну на телефоне, что у нас за день недели. Вот так, друзья, и живем. Не знаю, даже день недели. Сегодня четверг, 21 марта. Так, ну, пойдемте на саму набережную. Ялта, друзья, прекрасный городок. Город, я его просто... тоже обожаю. Здесь всегда чисто, здесь всегда красиво. Вот в районе набережной это всегда. Круто здесь пройти после дождя вечером, потому что все вот эти вот лампы, все подсветки, они красиво еще отзеркаливаются от набережной. И тогда получается прям супер-супер интересные фотографии. Ну и в солнечную погоду здесь тоже круто. В общем, Ялта в любую погоду... хороша. Ой, там уже я вижу какие-то цветущие деревья. Сейчас пойдем с вами все это смотреть. Плиточка, кстати, здесь новенькая. Вот я не помню эту плитку. Либо ее так помыли хорошо, что она как новенькая стала. Очень много, друзья, вечно зеленых растений здесь. Ну, природа южного берега Крыма. Вы что хотели? Она прекрасна. Ялта – это круглогодичный курорт. Сюда приезжают отдыхающие и зимой, и осенью, и летом, и весной. В любое время года. Заведения здесь все всегда работают. Поэтому людям есть куда сходить, что посмотреть. Для тех, кто не любит гулять долго по набережным, тут в окрестностях Ялты очень много троп проходит. Штангеевская, Бокоташская, какие там еще тропы есть. Забыл, как скала называется, там, где крест установлен. Вот Поляны сказок туда подниматься нужно. Ставрикая, во. Вот там тоже очень красивая тропа идет. Так, ну что,
Давненько мы уже по Ялте не гуляли. Ой-ой-ой, что это так красиво цветет? Я не знаю, друзья. Сакура, что ли? Нужно срочно, значит, ехать в Марию снимать японский сад. Хотя я еще не видел новостей, что они открыли японский сад в этом году. Поэтому не знаю, работает ли он, не работает. Да, друзья, это похоже очень-очень на сакуру цветы, либо миндаль. Сейчас поближе я подойду и скажу вам точно. Может, и не скажу. Так, ну эксперты, что это за дерево? Нет, это миндаль, друзья. Как у нас в садаке. Только здесь какой-то он прям пышный. Нет, это миндаль, однозначно. Цветочки, листья он не вижу. Так, ну все, выходим на набережную. Чувствую, что сейчас мы не сможем поснимать магнолию, потому что там будет куча людей, которые хотят так же, как и я, ее пофотографировать. Но посмотрим. Может быть, дождемся своей очереди. Так, выходим. Я же не помню, после Нового года я был в Ялте или нет? Так, ну там музычка играет, музыка нам не нужна. Здесь она вот, почта Крыма расположена, и прямо перед почтой растет также вот здесь деревья. Тут несколько деревьев, это также пробковый дуб. Но здесь еще кора не такая, конечно, массивная, как в Никитском ботаническом саду. Деревья, видимо, не такие старые, как там. Так, ну, пойдемте. Как я обожаю этот город. Как же тут красиво в любое время года. Смотрите, фонтанчики уже все повключали. Здорово. Все уже. Уже лето. Скоро майские праздники. Кстати, кто-нибудь собирается из моих зрителей на майские в Крым или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно будет прочитать. Едет кто-то, либо нет. Но прямо здесь, в начале, можно сказать, набережной, друзья, растет та самая магнолия. Здесь дерево небольшое, но оно очень и очень такое цветастое. Она уже по чуть-чуть отцветает, уже осыпается листва. Но здесь еще учитывайте, что ветер на набережной. Так, там уже тропинку до нее протоптали по газону. Конечно, нельзя по газону уходить, друзья. Но не могу не снять вам магнолию, уж извиняйте. Давайте тоже поближе подойдем. Здесь, видите, рядом еще высадили белую магнолию. Здесь только одна розовая, насколько я помню, была. Так, аккуратненько, быстренько. О, друзья, какая все-таки красота. Необычное дерево с такими цветами. Посмотрите, ну как? Как будто они не настоящие, согласитесь. Выглядит прям очень здорово. Но зато они уже все раскрылись полностью. Как круто это выглядит. В этом году все цветет намного раньше, чем в прошлом. Даже видите, парад тюльпанов раньше открывается. Так, ну что, я только в Ялту приехал, чтобы посмотреть на цветущую магнолию. Потому что нельзя такую красоту упускать. Не мог вам ее не показать, друзья. Прекрасное дерево. Очень с красивыми цветочками. Вот таких деревьев в Крыму, я считаю, нужно побольше высаживать, потому что они прям вот весной очень и очень радуют, когда расцветают и прям привлекают внимание. Посмотрите, что тут цветы огромные, вот по сравнению с рукой они. Но действительно, как будто не настоящие. Да чего природа, чего только не сделает. Изобретательно. Ну, друзья, все. За магнолию уж точно вы должны поставить большой палец вверх.
Так, нужно еще будет пару фоточек мне отсюда сделать с этим деревом. Ну а пока предлагаю прогуляться нам дальше по набережной. Там еще будет одно дерево. И на улице Пушкина тоже есть одно дерево. Если они не отцвели, сейчас посмотрим. Но обычно вот эта магнолия самая-самая первая расцветает в Ялте. А другие деревья уже чуть попозже. Пойдемте. Так, ну нам нужно выйти туда, где центрально, можно сказать, набережная идет. Там пальмочки растут. Здесь, видите, это кедр, дерево. Ну, кстати, вот тоже новые деревья повысаживали. Неужели это магнолия? Очень похоже на магнолию. Либо платан, либо магнолия. Так, ну, пойдемте сюда. Возле пальм пройдемся. Очень красивые, как всегда, клумбы, подстриженные, ухоженные, с цветочками, зелененькие. Эх, благодать. Ну, я думаю, что каждый из моих зрителей бывал в Ялте, 100%. Потому что, ну, нужно побывать в Ялте. Потому что Ялта ассоциируется с Крымом. Я только знал из Крыма город Ялта. Все. Это были все мои познания про Крым, друзья. Знал, что есть город Ялта, и он в Крыму. И в Патории еще. Вот два города, которых я знал. А сейчас я уже практически весь Крым объездил. Так, друзья, декоративная капусточка. Тоже очень здорово растет. Какая она красивая здесь. Но респект тем тоже, кто ухаживает здесь за набережной, за ее клумбами. Так, ну а мы пойдем дальше до самого конца набережной. Так, а где второе дерево было? А, вон он, друзья, там уже цветок вообще другой, насыщенный такой. Если это был нежно-розовый, то там прям фиолетовый. Так, а как нам туда добраться? Нужно немножко с другой стороны обойти. Сейчас. Который снимает свой выкладчик, который снимает. Здравствуйте. Смотрим вас. Спасибо. Спасибо большое. Молодец, так красиво. Все время снимаешь. Так, а вы из Ялты, да? Да, мы местные Ялты. Понятно. Ну, здорово. Спасибо что смотрите. Обязательно. Спасибо тебе большое. Давайте, счастливо. Присылаем твои фото дальше. Спасибо. Вот так, друзья. Наши подписчики самые лучшие. Ура! Видите, ялтинки. Так, друзья, вот второе дерево магнолии, но здесь цветы прямо вверху раскрылись очень красиво. Снизу пока такого еще нет. Ну и, как я и говорил, то дерево уже практически полностью раскрылось, уже осыпаются цветы. Здесь только начинается цветение. Так, ну нам бы ближе подойти, по газончику придется. Ну, давайте это сделаем все-таки аккуратно. Вот, друзья, здесь только цветение начинается. Здесь цвет прям такой... Какой-то цвет. Пишите в комментариях. И, кстати, многие еще только вот такие почки набухают, только-только будут открываться. Поэтому у вас есть неделька, я думаю, чтобы успеть приехать и полюбоваться цветущей магнолией в городе Ялта. Вот наверху все цветы уже открылись на этом дереве, а снизу пока еще вот такие закрытые. Но тоже выглядят очень-очень здорово. Вот такая красота. Так, а как вам отойти со стороны показать? Просто так еще солнце падает, не видно. Ну, в общем, друзья, верх весь такой уже с раскрытыми этими цветами стоит. Ладно, пойдемте дальше. Третье дерево с магнолией находится на улице Пушкина. Давайте дойдем сегодня туда и посмотрим на него.
Кстати, кто вдруг еще не слышал, 1 мая открывается канатная дорога на Ай-Петри. Ура! Правда, не с того места, с которого раньше, не из Мисхор она будет работать, а с верхней площадки получается. Там, где обычно пересадку мы делали, оттуда. Там сказали построить парковку на 300 с чем-то машин. Ну, в общем, теперь оттуда будем подниматься на Ай-Петри. А дорога автомобильная будет закрыта, потому что там ее наконец-таки будут делать, друзья. Будет новая дорога теперь на Ай-Петри у нас. До водопада Учансу можно будет спокойно доехать, а вот дальше уже все будет закрыто. Поэтому ждем новую дорогу. Но я рад, что канатка заработает, это круто. Обязательно поедем с вами снимать канатную дорогу. Потому что она сколько, 2 года не работает? 2 года, может, там не катались. Так, 11 апреля 1919 года ялтинский рейд покинул британский крейсер «Мальборо», навсегда увозя в изгнание оставшихся живых членов императорской семьи Романовых. Среди них вдовствующая императрица Мария Федоровна. Вот так, друзья, прям вот с этого места. Так, а это что за дерево такое? Какая-то иглица. Знаю, есть куст иглицы, а тут дерево целое. Так, ну, Ялта, конечно. Здравствуйте, подписчики. Спасибо. Мы мечтали с вами встретиться. Вот. Как я вас видел, вы всегда бегом пробегали. Вот. Сейчас бежим. Так, а вы из Ялты или приехали? Нет, я из Гурзуфа. Вот жена и Салуста. Ага, понятно. Вот. Все, на прогулку приехали. Мама посмотреть. Вас смотрит тоже. А, работаете? Да. Понятненько. Вот. Ну, спасибо, что смотрите. Удачи вашему, как говорится, нелегком деле. Спасибо. Давайте, счастливо. Спасибо вам. Давайте, до свидания. До свидания. Вот такие, друзья, у нас приятные зрители. Тоже местные. Очень радует, что местные даже начали смотреть. Раньше такого не было. Раньше только вот люди, которые приезжали на отдых, смотрели. Вот это сосна. Так, друзья, здесь что-то оградили. Что-то тут будет строиться, либо после шторма реконструкция, не знаю, что там. Вроде бы набережная тут целая была. И шторм не задел Ялту. Ну, ближе к сезону уже, я думаю, увидим. Да, самая красивая набережная Крыма, пожалуй, в Ялте. С этим не поспоришь, я думаю. Очень здесь красиво. Все мне нравится. А летом здесь сотни людей ходят. Так, давайте сверху немножко посмотрим, что там за реконструкция идет. Ага, оно не видно, друзья, за заборчиком. Ну ладно, ближе к сезону посмотрим. Если вдруг смотрят местные из Ялты, кто в курсе, что здесь строится, напишите, пожалуйста, в комментариях нам. Так, ну, друзья, пойдемте, дойдем до конца набережной аж. Часовня. Вон кафе «Апельсин». Ну, слушайте, в Ялте тоже достаточно много сегодня людей. Представляю, что здесь будет на выходных, особенно если солнышко будет светить. Все сюда приедут на прогулки по набережной. Так, дайте вид на часовню с этого ракурса. Мне очень нравится, друзья. Вот и пальмочка попадает, и набережная, и сама часовня вот с этим красивым фонарным столбом. А сзади вон тучки дождевые, обратно, похоже, нам придется ехать под дождем в Судак. Ну, главное, чтобы сейчас он не пошел. Эх, красота! Так, кто-то там поет, выступает. Так, ну а мы свернем немножко вот сюда. Пройдемся здесь.
памятник дама с собачкой Чехова. Сейчас по традиции заглянем и к нему. Ну, как бы, нет, не секрет, просто мы... Певцы. Так, я да. Так, друзья, музыка, конечно. Но вроде они сами играют, за такой YouTube не банит, так что нормально. Так, ну вот этот памятник. И не говорите, что у вас нет отсюда фотографии. Она у всех есть, кто приезжает в Ялту. Так, друзья, стоит заметить, что также прошло озеленение, высадили сосны на набережной. Это очень круто. Видно, сосны такие не молодые, но которые уже, видите, до каких высот выросли. Вот. Высокие сосны высадили. Ну, респект, что озеленяют. Это нужное дело. Одобряем. Так, ну, пойдемте до моря в ту сторону, глянем хотя бы на море. Вот он, кафе «Апельсин». Выполнен в виде греческой галеры. И сейчас там напротив нее находится памятник Пуговкину. Мы, кстати, недавно смотрели фильм «Спорт-Лото 82». На прямом эфире, друзья, у меня есть второй канал, где я практически ежедневно провожу прямые эфиры. Заходите, подписывайтесь. В Ютубе он называется «Михаленко стрим». Залетайте. Сейчас сходим с вами на Приморскую набережную. Посмотрим, что там. А, мы же хотели на Пушкина сходить. Я уже и забыл про это дерево. Сейчас пойдем по улице Пушкина. И потом уже на Приморскую набережную. Так, ну я думаю, тут... Нет, давайте сейчас к Пуговкину сходим. И потом уже отправимся. Друзья, посмотрите, какое красивое небо, хоть и пасмурное, но все равно тучки дают такой живописности кадру. Но все равно транспорт нужно. Эх. Красота. Вон возле платана уже люди фотографируются. Вот, друзья, огромнейшее дерево. Это платан. И здесь рядом сидит Пуговкин. Кстати, в фильме есть кадр, где он так сидит. Там приблизительно, сейчас покажу, вот такой там у него ракурс. Видно Ялту на фоне, но приблизительно на этом же месте. Так, Михаил Пуговкин, народный артист СССР, король кинокомедии, участник боевых действий в Великой Отечественной войне. Посвятил отечественному киноискусству 65 лет. Снялся в 148 ролях, из них 28 на Ялтинской киностудии. Почетный гражданин Ялты и Крыма. Вот так, респект ему. Молодец. Ну и вот галера, в которой сделали кафешку. Как возникла Ялта? Здесь написано камни. Почитайте обязательно. Ну, в общем, греки приплыли, увидели с берега берег и начали кричать: «Ялос, Ялос!» Поэтому назвали Ялтой. Это если краткий пересказ того, что написано. Ставьте на паузу, обязательно полностью прочитайте. Знаменитые ялтинские грибки здесь.
Вот они. Но это не оригиналы, к сожалению. Оригиналы, которые были, насколько я знаю, из Америки, они не выдержали нашего солнца и начали портиться быстро. Поэтому сделали замену уже из нормальных материалов, которые не портятся, и эти сюда установили. Оригиналы стоят в... Где они стоят? Я знаю, что они в Гурзуфе, а как называется тот санаторий, где? Не помню, друзья. Короче, в Гурзуфе есть оригиналы. Думаю, что в этом году попадем все-таки к ним и посмотрим. Вот этот платан, тоже очень красивое дерево, такое живописное. Как оно здесь выросло на берегу моря? Так, тут собаки. Вас не покусали. Так, друзья, ну все, мы сворачиваем на улицу Пушкина. Сейчас чуть дальше еще пройдем. Так, ну все, свернули на улицу Пушкина. Здесь, как обычно, сидят художники, продают свои картины. Кстати, друзья, вчера вышел видеоролик из галереи Айвазовского. Она уже открылась и доступна для посещений. Обязательно посмотрите ролик и посетите галерею. Мне там безумно понравилось. Так, ну, пойдемте. Тут дерево это цветущей магнолии аж в конце находится, на Спартаке, на остановке. Поэтому идем туда. Так, ну реально, людей сегодня многовато. Хотя для Ялты это нормально. Сравнивать с Судаком, с нашим, то маловато. У нас в Судаке вообще никого не встретишь в такое время на набережной. Кстати, вон цветущую магнолию тоже на картине изобразили. Прикольно. Так, тут еще возле памятника Пушкина тоже тогда что-то цвело, я понял. То ли абрикос, то ли миндаль, то ли алыча. Сейчас посмотрим. Я уже вот здесь вижу цветущие деревья. Это, друзья, алыча так цветет. Вот она. Тоже белое-белое дерево. Клумбочки перекопанные, ухоженные. Все чистенько. Так, ну почти дошли до этого дерева, до нашего. Не путать, это не Пушкин, друзья, это Александр Ханжонков, создатель российской киностудии и ялтинской киностудии. Вот здесь он сидит. А мы, кстати, сейчас смотрим фильмы. Это же в ялтинской киностудии снято или нет? Так. Пропускаем машины. Да, светофор висит еще. У нас нет столько времени ждать, пока все проедут. Или есть, походу. Да куда ж вас столько много? Какие насыщенно зеленые кустики здесь все. Ой, собачка. Ты меня не укуси. Старая собачка такая, язык вытянула и бежит. Так. Где? Где памятник Пушкину? Чебуречная плюс варенички. О, новое заведение. Его раньше не было. А вы уже пробовали крымские чебуреки? Ну, думаю, что попробуем. Но в следующий раз, когда приедем сюда. Для вам вообще интересен был бы обзор каких-нибудь заведений. Столовых, кафешек. Если интересно, могу, в принципе, поснимать. Заодно и обзор на цены сделаем. И найдем, может, местечки, где вкусно покушать. Я знаю, в Алуште крутое место, где можно покушать. Очень вкусно.
Так, друзья, вот тоже клумба шикарная с этой декоративной капустой. Ой, я уже вижу вон магнолию издалека. Так, тут какие-то работы ведутся. Это, насколько я знаю, газовая служба, машина похожа. Здравствуйте. Голос его этот. Здравствуйте. Не надо мне снимать. А уже все. Очень хороший судак, вот этот Арпад. Спасибо. И сам молодец, позитивный, почти, почти. Спасибо. Я тоже подготавливаюсь всегда, когда на работу хожу. Ну, правильно. Молодец, Все, давай, счастливо. Держи. Наша подписчица. Так, где? Вот он, памятник Пушкину. Памятник очень красивый, и возле него вот дерево цветет. Это миндаль цветущий, с нежно-белыми цветами. Ой. Здесь протекает река Учансу из этого водопада. Когда был потоп, вода выходила аж через вот эти берега, друзья. Это вы влоги снимаете. Ой, не пугайте так, мы... Александр, да? Да, здравствуйте. Гениальные работы. Спасибо большое. Рада познакомиться, меня Яна зовут. А, очень приятно. Спасибо большое. Нужно всегда лайкать. А я иногда. Прям особенные моменты. Нравится, как вы море снимаете. Спасибо большое. Море у вас получается просто волшебно. Так, а вы тут тоже миндаль фотографируете, да? Да, я снимаю через программу, и она сразу фильтр накладывает, и ага. Такие вот нежные девчачьи фотки получаются. Понятно. Ладно. Ладно, побежим, давайте, счастливо, хорошего дня вам. Так, ну мы дошли. Ура! Или не дошли? Конечно, видите, ведутся работы, немного создают шум, но переживем. Как красиво, друзья, как здесь красиво. Прям все чистенько, все зелено. Ялта прекрасна. Так, что-то в этом году нет так много желающих пофотографировать цветущую магнолию, как в прошлом году. Но либо я уже поздно приехал, уже все показали эту магнолию, уже все ее отфотографировали. Но лучше поздно, чем никогда, как говорится. Поэтому пойдемте. Вот, друзья, тут еще одно дерево расцвело. Раньше только одно было. Нет, вон уже, я уже вижу первых желающих сфоткаться на фоне магнолии. Вот таких деревьев побольше нужно. У нас таких вообще вроде бы нету магнолии. Очень жаль. Друзья, смотрите, как красиво. Так, ну здесь рядом растет большое дерево. Высокое именно. Их тут вот три штуки целых. Санаторий Энергетик. Вот это здание. Так, а здесь музыка играет. Что мне делать? Ладно, сейчас сниму немножко. Возможно, свою музыку наложу, поэтому без голоса будет. Чтоб нас тут не забанил ютубчик. Ну, вот это дерево. Думаю, в принципе, и так вам видно, насколько оно красивое, пышное сейчас стоит. И все фотографируются здесь. Здравствуйте, тоже наши зрители. Друзья, безумно красивое дерево. Я сделал очень много фотографий. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в закрепленном комментарии будет. Я там уже опубликовал фотографии отсюда. Полюбуйтесь, посмотрите, как это все очень красиво выглядит на фото. Ну все, идем на Приморскую набережную. Пойду сразу на самый верхний ярус, чтобы показать вам вид оттуда. Проходим, друзья, отель «Арианда». Древний отель, можно сказать, очень известен. Здесь всегда останавливаются все звезды. Здравствуйте, спасибо. Еще наши зрители. В Ялте, оказывается, много моих зрителей. Очень, друзья, мне нравится вас встречать вживую. Спасибо вам большое, что смотрите.
Так, где нам тут обойти? Юлиан Семенов. Я писал мои книги, чтобы люди поняли, в мире нет безысходности, всегда есть выход, только надо надеяться на свои силы и во всем видеть красоту. Это про меня. Реально, друзья, слова про меня. И смотрите, за ним растет березка. Очень здорово. Ну все, друзья, проходим отель, сворачиваем сразу за ним и идем вверх. Здесь на верхний ярус. Можно, в принципе, и по нижнему было пройти. Вот там сейчас тоже будет музыка из кафешек, потом все это нарезать, вырезать. Не хочу. Лучше вот сверху полюбуемся видами. Зато сверху открывается вид на всю Ялту практически. Красиво. Что сказать еще? Ялта прям радует. Как я уже скучал, друзья, по цветущим деревьям, по всей этой зелени. После зимы, после этой всей серости, наконец-таки пришла весна. Скоро лето, время так быстро летит, уже практически заканчивается март. Сейчас не успеем оглянуться, и уже все лето. Лето, вы представляете? Ой, друзья, так вкусно пахнет жареной рыбкой, скорее всего, барабулькой. Я еще есть хочу, сейчас так слюной подавлюсь. Да, барабулька бы пожарить дома. Так, здесь памятник Горькому стоит. Так, ну и вот он, верхний ярус набережной Приморской в Ялте. Давайте вид посмотрим. На Приморский пляж. Та-дам. Вот, друзья, Приморская набережная. Сразу за ней Приморский пляж идет. И вон Ялта. Ну, часть Ялты, не вся Ялта отсюда видна, конечно. А часть ее прям хорошо видно. Очень красивые виды. Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше видео. Обязательно подпишитесь на канал, потому что я 27 марта поеду на официальное открытие парада тюльпанов и еще разочек сниму вам видеоролик, когда расцветет вся вот эта клумба. Думаю, вам будет интересно посмотреть. Также, друзья, в самом первом комментарии под этим видеороликом спуститесь в комментарии, и самый первый, там будет ссылка на мой телеграм. Я там опубликовал фотографии с цветущей магнолией. Вам должно понравиться. Ну все, с вами был я, Александр Михаленко из прекрасного Крыма. Спасибо вам за просмотр. Совсем скоро встречаемся в новом видеоролике. Всем пока!